Друзья, всем привет! Сегодня в нашем обзоре сборка, которая может многое, а я бы даже сказал все, но за плюс-минус адекватные деньги на данный момент. А именно, это сборка в Константе Креатив, которая базируется на базе процессора 10-го поколения Core i5-10400F, который имеет в запасе 6 физических ядер и 12 потоков, который работает на частоте 2,9 ГГц и в бусте на частоте 4,3 ГГц, что в принципе не дает сомневаться в его вычислительной мощности. Он себя отлично показал в десятках наших сборок. Охлаждает его внушительный кулер от компании GameMax Gamma 500 со спокойной синей подсветкой, и установлены они в материнскую плату от Gigabyte B460M Gaming HD с отличной системой питания, встроенными термодатчиками и возможностью установки двух дополнительных вентиляторов с авторегулировкой скорости вращения. В ней всего два слота под оперативную память, но возможно установить до 64 гигабайт оперативной памяти, так что хватит всем. Оперативная память у нас, как всегда, по классике. Это кит 2 по 8 гигабайта, соответственно 16 гигабайт памяти DDR4 от компании KingMax с частотой 3,2 ГГц. Система хранения гибридная, как всегда, это 1 ТБ от Western Digital и твердотельный жесткий диск формата M.2 на 250 гигабайт. Блок питания от компании GameMax на 750 Вт и изюминка, которая гарантирует высокую производительность везде, где только это возможно, это видеокарта с 12 ГБ видеопамяти Polit RTX 3060. На этом слов хватит, пора посмотреть, что у нас получилось. Всем удачи и приятного просмотра. Пока. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. Girls with their nails done.
girls with their nails done now. We'll be right back.
autonomy is an illusion. Decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. With their nails done now.